finest three rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a mixed martial artist holding a professional record, 16 wins, 4 losses. He stands 6 feet 3 inches tall, weighing in at 171 pounds. Fighting out of Queens, New York, USA, by way of Spanish Town, Jamaica, Randy Rude Boy Brown. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a mixed martial artist holding a professional record, 13 wins, 2 losses. He stands 5 feet 11 inches tall, weighing in at 171 pounds, fighting out of Perth, Western Australia. And when the action begins, our referee in charge, Mark Goddard. Начинается поединок в полусредней весовой категории Джек Делла Маддалена из Перта. В красном углу, в синем, Рэнди Браун из Спрингфилда. Поехали. 3 раунда по 5 минут, и вы видите, что серьезная разница и в росте, и в размахе. На 10 сантиметров выше Рэнди Браун, размах у него больше на 13 сантиметров, плюс он на 6 лет старше. Активно начинает он эту встречу, демонстрирует хорошую скорость. Да, и сразу же пытается Брауна смутить соперника, работая в высоком темпе с дальней дистанции. Не позволяет Делла Маддалене подойти на удобное для себя расстояние. Пока лоу-киками очень аккуратно работает Маддалена, перекрывается, думает больше об обороне, в разрез. Не получаются чистые атаки у Рэнди Брауна, но скорость очень хорошая. Легко он выбрасывает левый джеб. Здесь еще финтит, играет на публику, хороший сайд-кик. Да, пока что супер уверенно действует Браун. Хороший фронт-кик, точно в живот попадает американец. И вот такой вариант тоже доступен Рэнди. Ну, действительно, оба парня на ходу сейчас. Еще один лоу-кик, очень как-то осторожно, слегка даже коряво пробивает их Джек Делла Маддалена. По количеству ударов явно впереди Рэнди Браун. Он больше выбрасывает. При этом процент чистых ударов минимален. Несколько мы видели ударов левой открытой ладонью выбросил Брауна. Возможно, таким образом пытается подработать себе под правую руку. Всячески работает Рэнди Браун над тем, чтобы дистанция оставалась комфортной для него. Много ударов по корпусу, пытается и замедлить соперника. Потому что если Маддалена прорвется на среднюю и ближнюю, то быть беде. У него отличные боковые удары, правый прямой также есть. Его здесь зажимает он его и попал! Вот так вот наказывает Джек Делла Маддалена Рэнди Брауна. Марк Годдард не останавливает встречу, верит до последнего. Айду Марк. И сразу же к удушающему приему переходит Делла Маддалена. Внимательно там смотрит Годдард. Все, вот это да! Невероятный успех Джека. Вторая победа приема вообще в карьере. Продолжается его победная серия. Четвертая победа в UFC к ряду. Ну все, пора. Пора уже два парня сводить в топ-15 однозначно. Да, Делла Маддалена прям как настоящий убийца выступил. Дал сопернику поработать, присмотрелся и в первой же своей осознанной атаке просто растерзал Рэнди Брауна. Все началось с правого в челюсть. Причем сначала показалось, что Браун его выдержал, но через секунду такой случился отложенный эффект. Вот здесь, смотрите, попадает в челюсть. И все, поехала нога. Ну а дальше уже все было делом техники. Да, пулеметная очередь. И Годдард молодец. Здесь был вариант уже останавливать, но опытнейший британский рефери все видел и верил, Леш, как ты отметил, в Рэнди Брауна. Вот уже когда постучал Рэнди, тут вариантов не было. Ну что ж, сегодня выигрывает не нокаутом Джек Делла Маддалена. 14-я победа в карьере.
И пятое поражение для Брауна. Да, упорный первый поединок у нас сегодня был. И там вообще была ничья. И затем Джастин Таффа и Джек Делла Маддалена оформляют невероятные финиши. Впереди два титульных боя. By submission, due to a rear naked choke, Джек Делла Маддалена. Порадовал своих болельщиков Джек Делла Маддалена. I mean, listen to that, Jack. In your wildest dreams growing up, did you ever think you would experience this? В самых смелых своих мечтах мог ли ты мечтать об этом моменте? А Делла Маддалена отвечает: конечно, конечно, я мечтал именно об этом вечере, именно о таком выступлении. Finish anyway. That's it. Yeah, I practiced grappling, and as soon as he gave me the neck, it was done. Not letting go of that. Well, let's да, конечно, я занимаюсь грэпплингом, в том числе, говорит Делла Маддалена. Yeah, в такой победе нет ничего удивительного. Face plant. Hammer fist. Submission, that's how it is. You're just showing off now, Jack. Listen, my friend, that was incredible. Obviously, the game plan was to close the distance, get on the inside. But did you think he would drop with one shot? I didn't, you know, I thought I might take three rounds and I was planning on... План, заключался ли план в том, чтобы действительно сблизиться и вот так уронить его одним ударом? Но и Джек Делла Маддалена отвечает, что я был готов, в принципе, к полному бою, но хорошо, что все получилось сделать быстро. But you were standing there like you were waiting for a bus. I mean, do you ever get excited? I was pumped, you know, but this is my octagon, and when I get in here, I'm as cool as a cucumber. As you said, four first-round finishes in a row now in the UFC. Да, четыре победы в первом раунде подряд. And do you have a name for us? Что дальше? С кем бы ты хотел сразиться? I'm going to have a holiday, and then I want someone in the top 15 midway through the year, or as soon as I get back from my holiday, but... I love this place. Hopefully we can do this again next year, same time, same place. Да, говорит, я бы хотел получить кого-нибудь из топ-15, и, конечно, было бы замечательно через год выступить опять на этой арене. Поздравляем Джека Делла Маддалену с этим выдающимся выступлением, и нас впереди ожидают два титульных противостояния.